О, здорово, ребят. А что это вы тут забыли у меня? Шпионите за мной? Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Я рад вас видеть на своем канале. Меня зовут Игорь. Давайте, ребятушки, заварите себе чаечка, там возьмите что-нибудь покушать, устраивайтесь поудобней. Ну, а мы сегодня будем обозревать нового вкуса G-Drive. Приятного вам просмотра. Вот знаете, что я заметил? Сколько я не обозреваю обзоров, сколько не находил новых вкусов, новых энергетиков, все равно какой-то энергетик выпустит новый вкус. И G-Drive не исключение. У них появился новый вкус. Как только заметил его в одном гипермаркете, не буду называть это реклама, иначе, сразу же, не раздумывая, взял, потому что там еще была скидка. 60 рублей вроде стоил, честно не помню. И я хочу сказать, что я немножко... Да куда ты скатываешься? И я хочу сказать, что я немножко не в настроении, потому что хочется все-таки снимать на природе, на улице. Мне там обстановка более благоприятная. Я раскрываюсь там. А дома меня что-то вот эти четыре стены, они меня как-то давят все-таки психологически. Да, я люблю снимать обзоры на энергетики, и мне как бы должно быть без разницы, где я снимаю и при каких обстоятельствах, но тем не менее. Напишите обязательно в комментариях, какая обстановка вам более приятная для просмотра, то есть это улица, там общественное место, природа или все-таки домашние условия, потому что, ну, не знаю, ну я ничего не могу поделать. Сейчас уже зима, холода ударили. Я открываю прогноз погоды, смотрю минус 8. Ну, казалось бы, минус 8, что может быть такого страшного? Но там ветер, а ветер это по ощущениям уже другая температура и настоящие минус 20. Ощущаешь, что хочешь побыстрее уже оказаться в каком-нибудь здании или в помещении теплом, потому что ну, это невозможно на улице находиться. Просто-напросто заболтался. Признаю, заболтался. Давайте уже поскорее обозревать энергетик. G-Drive Energy Drink Game Edition. Game Edition. Тогда был обычный, классический, ну, без ничего. А тут Game Edition. По дизайну. Дизайну вообще придраться не могу. Нарисована девчонка. Септум у нее. Тут нарисованы наушнички. Ой, блин, упал. И еще один упал. Тут все разукрашено, красиво так. Буковка G внизу. Читаем состав. G-Drive Extra, кстати, называется. Тут никаких соков не присутствует. Это значит что? Значит, здесь все химическое, как всегда, как я не люблю. Объем у этого энергетика 0,400. Ой, блин, 0,445. 0,445, конечно, голову выносит. 0,45. По сроку годности он проходит. Баночка, открывашка у нее металлического цвета. Ну, ладно, хрен с ним. Главное, чтобы он внутри был вкусный. Ну, в целом, больше обозревать нечего. Тут давайте уже откроем и попробуем, какой он на вкус. Что-то мне не нравится. Что-то мне не нравится. Куда его поставить? Сюда? Главное, чтобы не упал и не пролился. Будет обидно очень. Ну, знаете, вкус классического энергетика, то есть Red Bull там булит. Он холодненький, поэтому намного приятнее пить. Так. Ну, скажу тебе так, G-Drive, ты был поприятней, чем твой предшественник, оранжевый G-Drive. Это однозначно. То есть его допить можно в целом. Однозначно, однозначно. Тут прям претензий не имею. То есть ярко выраженный классический вкус энергетика. До Red Bull ему, конечно, как Роскосмосу до Марса. Блин, почему у меня Роскосмос? А, все, понял. У меня аж причесон сейчас некрасивый, поэтому я и напялил кепочку. Опять. Ладно. Я не знаю, ребят. Мне в целом он как бы и не особо прям понравился, но я бы и не сказал, что это гадость. То есть за такую цену лайт-версия Red Bull очень даже ничего. Потому что Red Bull сколько там стоит? Ну, в лучшем случае сотку большая баночка.
А так, в худшем случае, 129, 149. Так что делайте выводы сами. Я, конечно, понимаю, что G-Drive сейчас закашивают под адреналин, в которых там Game Fuel, Special Game Edition, там у них что, Charge Candy Crush и Ginger Lime. Лайм с имбирем, да, вроде был. Но тем не менее, я надеюсь, это не последний вкус, который они выпустили из этой версии, потому что хочется еще какой-нибудь, чтобы они... Ну, цитрусовый там сделать, ребят, грейпфрутик. Я грейпфрутик люблю, поэтому сделайте грейпфрутик. Они меня, конечно, не услышат, но тем не менее. Все. Не хочу затягивать это видео, оно и так слишком долгое вышло. Давайте подытоживать. Не знаю, что сказать. Если честно, никаких эмоций, чувств, восторга не вызвал этот энергетик. То есть я рад, как бы, что новый вкус появился. Это новая возможность донести информацию до вас. Новый материал, новое видео. Но... Давайте, этот... Стабильный середнячок. Вот можно так только его описать. То есть... По дизайну он классный. Классный, ну согласитесь, классный дизайн. Дизайн вообще прям хороший. Вкус, я уже его описал. То есть это лайтовый Red Bull, Bulleit, еще какой-то там классический энергетик. То есть здесь нет никакого упора на ягоды, на свежесть, на фрукты, на что еще там, на кофе, на напиток какой-нибудь, там, мохито. Опять упало. Короче, увольняем. Вот видите, избилась мысль сразу же. Цена. Взял я его вроде бы по 59 рублей. У меня чек не сохранился. Фотку я не делал вроде бы. Если сделал, обязательно прикреплю ее здесь. Те, кто делают ставку на вкус, то крайне не рекомендую. То есть вы здесь не почувствуете никаких там... новых вкусовых ощущений, вкусовые сосочки у вас не возбудятся, они просто скажут, ну это Red Bull, только упрощенная версия. Я как бы его допью, мне что, выливать его нет. То есть в целом он не отвратный, как там бывают случаи, когда я выливал. Ну что, на этом, я думаю, пора заканчивать. Если вы досмотрели видео до конца, обязательно жмакните лайк, ребят. Я вас всех люблю, кто меня смотрит, вы меня мотивируете создавать новые ролики. Подписывайтесь на канал. С вами был Игорь. До скорых встреч. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.